Петрович, порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Ой, Петрович, ты не пчела, ты шершень. 32 команды начинали сезон. До финала дошли 6. Победитель только один. КВНчики признаются, соперники были сильные, а конкуренция колоссальной. Конкуренция была очень серьезная, и только лучшие попали в финал. Причем на этапе полуфиналов отскочили такие команды, как, допустим, сборная РУДН, молодой состав. Они уже и в высшей лиге поиграли, и в премьер-лиге. А в полуфинале мы их обыграли. Выступая на таком уровне, говорят юмористы, нужно соответствовать. И одних шуток здесь будет недостаточно. Понеслась. В финал нам пришлось стать еще и танцующей командой. Потому что сначала мы были просто командой КВН, потом стали... Шутящей командой КВН, шутящей, поющей, сейчас шутящей, поющей, танцующей. После сладкого вкуса победы ребята задали курс на высшую телевизионную лигу. Но прежде им нужно успешно показать себя на сочинском фестивале, который пройдет в январе 2016 года. Лучшие номера и самые веселые шутки войдут в программу тамбовских ребят. Не нужно забывать то, что КВН – это игра, и здесь нет стопроцентных гарантий, что попадем мы в телевизионную какую-то лигу на Первом канале или не попадем, потому что это остается игрой. То, что у нас есть для этого все шансы, это да, потому что у нас сработанная команда, слаженный коллектив, у нас и административный резерв, и творческий, и актерский есть потенциал хороший. У нас все есть для того, чтобы попасть и пройти дальше. КВНщики, по их словам, не просто шутят на сцене. Каждое их выступление наполнено определенной идеей, которую они пытаются донести до зрителя. К примеру, в финальной игре телевизионной международной лиги выступление ребят пронизывала тема любви. Видимо, жюри наравне со зрителями прониклись игрой юмористов, почувствовали от ребят ту самую отдачу и присудили КВНщикам победу. Стоит отметить, что за всю историю тамбовского КВН сумели достичь неплохих результатов лишь несколько команд. Явный успех сборной настоящих мужиков в международной телевизионной лиге – это серьезный прорыв тамбовского КВН за последние десятилетия. Неужели 1/8 международной лиги – это незначимое событие, а? В это воскресенье сборная настоящих мужиков выступит на сцене Тамбовского молодежного театра в финале региональной лиги «Толк». Добро, мужики! Добро! Приезжайте к нам в Тамбов! Ольга Рогова, Лев Сухоруков, Инга Андреева. Область новостей.